Привет, друзья! Сегодня поделюсь идеальным сочетанием ингредиентов для рыбного салата. Самое главное, салат получается не только очень вкусным, ярким, но и полезным. Для начала я отвариваю рис. Рис можно использовать совершенно любой, я предпочитаю бурый. А теперь заправка. Нужно мелко нарезать любую зелень, в данном случае укроп. Беру дольку лимона, добавляю к зелени сок из дольки лимона. Свежемолотый перец, пару столовых ложек оливкового масла и чайную ложку горчицы, любой. Мне в такой заправке нравится горчица в зернах. Все перемешали, и заправка готова. Теперь я нарежу мелким кубиком два небольших маринованных огурца. Можно использовать соленые. И еще мне понадобится буквально четвертинка красной луковицы. Можно использовать лук любой, зеленый, обычный репчатый. Тогда его предварительно нужно замариновать. Кстати, чтобы не терять время, можно сразу же положить лук в заправку. Там он и промаринуется. Одно отварное яйцо также нарезаю кубиком. Рыба. В этом салате любая рыба будет уместна, от горбуши до консервированных вариантов. У меня как раз лежала в холодильнике упаковка кусочков горбуши, их я и использовала в этот раз. Тем временем рис сварился и остыл, можно собирать салат. Кстати, не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на мой канал, чтобы ваша лента стала еще вкуснее. Я соединила все ингредиенты, добавила заправку и тщательно перемешала. Это очень вкусный, сытный, яркий и полезный салат, который обязательно должен быть в копилке у тех, кто следит за своим питанием. Приятного вам аппетита, друзья!